Лампочка под замену. Миша, нам надо с тобой поговорить. Миша! Миш, ну, я чувствую какую-то пропасть между нами. Я, кстати, недавно закончила психологическую группу. Там мы проходили падающую стрелу. Ну, там нужно задавать вопрос, что ты думаешь о себе, что ты думаешь о мире? Не, ну, со мной это все понятно. А вот с миром, конечно, там все сложно. Миша, ну ты совсем не развиваешься. Я вот иногда на тебя смотрю, мы с тобой две абсолютно разные планеты. Все, Лен, я побежал. Доброе утро. Иван, доброе утро, Мишенька. Плохо выглядите. Глазки грустненькие. Здравствуйте, Фелик Семенович. А от меня жиличка съехала. Освободила комнату со скандалом. Нет ли у вас кого? Интеллигентного вида. Познакомствуйте, так оно всегда лучше. Ну нет, так нет. Стол ведь будем искать. Доброго дня. И вам. Хоть бы из ошибок. Это самый большой. Угу. Сюда килограмма 12 точно. Но если на разрыв, то 18. Не знаю. Мне говорили, что бывает и больше. Нет, просто вы поймите, мой муж на горбушу ходит. Горбуля, привет! Дай мне сучок! Да пусть так перестань! Снимите сучок! Спасибо, Ванечка. Пробиваем? Да. Спасибо. Спасибо за покупку. Всего доброго. Я, ну ты видел? Ты видел? Собственно, в магазине чуть в сети не попал. Ну что? Как дела? Как работа? Заработал мне все деньги мира, а? Кстати, про деньги. Крючки, пятнашки кончились. Ой, так купим мы эти крючки. Это сейчас не главное. Главное, ты меня поздравь. С чем? Перед тобой гуру маркетинга. Денис Игоревич сегодня перешел на новый этап своей жизни. Я получил диплом бриллиантового маркетолога на курсах самого Блиновского. Чувствуешь? Чувствуешь, деньгами пахнет. От меня. Не от тебя, от меня пахнет. Поздравляю. Да, спасибо. Но это еще не все. Для того, чтобы мой карасик вырос, я принял решение рубинового уровня. Я тебя
Увольняю. А на твое место беру Мариночку. Вот. Она мне точно поднимет продажи. Денис Игоревич. Тут срочно нужно все поменять. Бриллиантовое решение. Моя духовная энергия чахнет, а моя матка задыхается. А в ней не только зарождается жизнь, в ней находится источник женской силы, который, между прочим, подпитывается энергией космоса и способен изменить жизнь, увеличить доход, избавиться от проблем, болезней, долгов. Тебе что, смешно? Ты вообще ничего не понимаешь. Я как этот... Я как стерх. Парю над пустыней твоей отстраненности. Я понял. Блин, меня сегодня уволили. Миш, ну какой же ты эгоист! Смотри, блёсны тут, здесь леска, там удочки, вот тут прикормка. Ну и следи за эхолотами, их часто воруют. Корабль, ну ты чего? Мы же друзья. Не обижайся, братан. Ты, кстати, эти пятнашки заказал? Закажи. Дела надо доделывать. Маринечка, ты все поняла, сладкая моя. Эхолоты воруют. Да, правильно. Иди. Иди, сладкая моя, бриллиантовая, за прилавок. Иди. Карабуля, мы с тобой с первого класса вместе. Я тебя никогда не брошу. Все, что я делаю, это ради тебя, братан. Братан. Ты знаешь, как сказал Ицхак Парабеллум, цитирую, хочешь помочь человеку, не давай ему рыбу, дай ему удочку. Твои отпускные, кстати. Спасибо, Дэн. Теперь-то точно все изменится. Миша, нам нужно сделать паузу. Я собрала вещи. Твои. Кстати, кредит за стиралку тоже отдавать тебе. У меня ногти. Итак, мы впервые врываемся в хату после той отвязной вечеринки.
со мной сегодня король вечеринок Константин Всемогущий. Давайте же скорее увидим его реакцию. Милан, завязывай. Ой, развязывай. Йо! Вот это криповая вечеринка была. Я не думал, что так жестко будет. Хотя... Вообще ничего не помнишь? В смысле не помнишь? Я все помню. Так, народ, все сюда! Пока не нажрались сопли, есть что сказать. Костяныч, друган. Короче, чтобы эта туса удалась так, чтобы завтра не стыдно было проснуться. Все. Вечеринка закончена. Закругляемся. О, стриптизеры подъехали. Сейчас начнем. Ты готовься. А с тебя я костюм сам сделаю. Мэш, тебе надо отдохнуть от всего этого, слышишь? Давай двинем на море. Пляж, мохито, попа в песочке. Акуна матата. Так, отдохнули уже. Еле от ментов отмазались. Сейчас еще ремонт этот делать весь. Так это что значит? Это мы что, никуда не летим? Милаш, ну как я могу тебя огорчить? Конечно, летим. Прямо сейчас. Да? Строительный. Полетели. Ладно. Ну, это, конечно, все весело. Но по факту, хати пи. Сдача комнаты 17 тысяч рублей. Очень немного за такую квадратуру. Я согласен. А может быть, есть еще какая-то мебель? Шкаф или тумбочка? Из дополнительной мебели только крючок для удочки. Зато... Какое пространство для творчества и акустика. Все остальное можете купить сами. Кстати, кредит за стиралку тоже отдавать тебе.
Это твоя отпускная. Кстати, и ремонтик сами можете тоже сделать. Мы с тобой. Это твоя отпускная. Две абсолютно разные планеты. Все, что я делаю, делайте. Кстати, и ремонтик сами. Ну ладно, располагайте. Ну что ж, молодежь, я осмотрелся. Это вам все станет копеечку, конечно. Но здесь и фактически гораздо больше работы, чем вы говорили по телефону. Ну, как вот, пол под, понимаешь ли, слом, плюс стены, с проводкой непонятно, что делать. К тому же вот там все залито, надо, понимаете, восстанавливать. Ай, а строительные материалы дорожают, ну, каждый день. Извините. Но это все понятно. Ага. По времени, главное, сколько? Кстати, а что с мебелью делать будем? Что? Я говорю, с мебелью что делать будем? Да, выкинуть все. Выбросить? Отлично, выбросить. Так, так, выбросить. Ага, улыбочку. Выбросим. Я думаю, недели за три управимся. И, как говорится, о, гармошка, строй! Не построит вам отстой! Я все починю. Феликс Семенович, а у вас случайно молотка с гвоздями нет? Без них не получается. Так, молодой человек, не с той ноты мы нашу с вами арию начали. Я понимаю, вчера был трудный день, вы устали, стресс и прочее, но эта мебель служит мне 25 лет, а с вами она пришла в негодность за один день, и починить ее... Боюсь, не представляется возможным. Требую замены. И, кстати, Мишенька, у любого мужчины, порядочного мужчины, должен быть молоток. Да, вот это начало новой жизни. А молоток точно нужно купить. Это ко мне. Это 437-я квартира? Ты от Славика электрика? Нет, я от Феликса за креслом. А вот оно. Забирай. Вы уже спите? Да. Это настольная игра, монополия. В ней чередуются добро и насилие. Они говно ли я? Они говно ли я? Почаще спрашивай себя самого. Это настольная игра, монополия. Бросаем кубики напрасные усилия. Мы выбираем цвет фигуры, не более того. Добро и насилие, они говно ли я,
спрашивай себя самого. Это настольная игра, монополия. Бросаем кубики на праздные усилия. Мы выбираем цвет фигуры и не более того. Да? Витя, привет, дорогой. Мне через пару дней понадобится папочка. Все будет. Хороших вам выходных. И ты отдохни, дорогой. Скоро будет много вкусной работы для тебя. Сделать паузу. Я собрала вещи. Твои. Мы впервые врываемся в хату после той отвязной вечеринки. Ну, это, конечно, все весело. Но по факту хате пи... Сдача комнаты 17 000 рублей. Я согласен. Я тебя увольню. А на твое место беру... Тут срочно нужно все поменять. Это вам все станет копеечку. А что с мебелью делать будем? Да выкинуть все. Она пришла в негодность за один день. Требую замены. Ты от Славика электрика. Нет, я от Феликса за креслом. Горящие туры на Бали. Ну, или Сингапур, может, Лондон. И Занзибар еще посмотреть, пожалуйста. Желательно, чтобы сегодня, прямо сейчас. Молодой человек, мы уважающая себя турфирма. Своим клиентам мы предлагаем лучшее. Сейчас самые горящие туры. Астана, Ташкент, ну и Минск. Объект уникальный. Ну, во-первых, это дом 1000 квадратных метров. По всему периметру можете заметить высокий забор. Везде расположены камеры, так что вы можете чувствовать себя в полной безопасности. Озеро. Водятся живые карпы. А какие стрели здесь по утрам поют скворцы. Не то что мните вы, природа. Не слепо, не бездушный лик. У них есть душа. У них есть свобода. Скажите, а где собственник? Да, пропал куда-то. Но документы в порядке. У них есть краса, у них есть язык. Я
хотя бы Таиланд. Мальчик мой, берите Минск. Город моей первой любви. Мишенька, это к вам? А, это ко мне. Курьер. Наверное, патч принесли. Ты Миша? Нет. Мне голову не делай. Где бабки? А? Да, молоток надо купить. Мишенька, к вам можно? Здравствуйте. Кстати, плохо выглядите, глазки грустненькие. К слову, вы в сантехнике не разбираетесь? А то у нас как-то там что-то не течет. Ну, могу посмотреть. Феликс Семенович, у вас тут все запущено. Нет. Нет, Мишенька. Это не у меня все запущено. Это жизнь так распорядилась. У меня-то как раз все в порядке. Все инструментики под рукой. В одном месте акции, в другом фьючерсы. Но основная ставка, конечно, на инновации. Ага. Подросли. О, подрос. Все должно быть на своем месте. Вообще, Мишенька, я считаю, каждый должен быть на своем месте. Ай. Ну и чтобы польза была. Получается, что это не у меня, а у вас молодых все запущено. Ну что, вы тут разобрались? Да, все, кран починил. Вы в электричестве разбираетесь?
Вот так-то, Мишенька. Здравствуйте. Да? А вы мне не поможете? Мне нужна ножовка по металлу, шуруповерт с битами, рулетка, упаковочка гвоздей, 50-ка, саморезы, дюбели и... Что-то еще? Нет, пока все. Да, сейчас погляжу в другом отделе. Угу. Спасибо. Вот, пожалуйста, как просили. Ага, спасибо. А это что? Простите, я еще... Я сегодня первый день, я не выучил весь ассортимент. Ну, пойдем покажу поколение зумеров. Чаще спрашивай себя самого. Это настольная игра, монополия. Бросаем кубики на праздные усилия. Мы выбираем цвет фигуры, не более того. Здравствуйте, это Михаил, муж на час. Я во дворе. Ну, это от вас справа, может. А, вы меня видите? А, понял, да. Хорошо. А на домофоне что набрать? Ага. Хорошо, да. Сейчас иду. В качестве благодарности, это еще рано. Я еще ничего не сделал. Извините. Да это на самом деле все велосипед. Он просто вечно меня подставляет. Да, они такие. Так что чинить? А в комнату проходите. Ну? Простите, пожалуйста, за беспорядок. Лёня, я просила тебя собрать игрушки. Ну-ка, кто у нас? Ну, вот, собственно, нужно собрать вот эту спортивную стенку. А, эту, понял. Хорошо, сделаю. А куда стоит ты? Ага. Сделаем.
Иди с собой поиграй. Ну, все, хозяйка, я закончил. Лене вроде нравится. Спасибо. Меня вообще Настя зовут. Миша. Очень приятно. И мне. Может, чай? Можно. Садитесь. Какой у вас идеальный порядок. Да, вы знаете, я люблю. Вот это моя территория. И вообще, мне кажется, каждому свое. Это мальчики. Это их царство. Они там бегают. Играют в свои игрушки. Ой, а вообще, конечно, дом большой хочется. Чтобы мальчики там жили. Ну и, конечно, чтобы стиралка работала. Как интересно все получается. Что, какая стиралка? Ну, стиралка, говорю, к сожалению, сломалась. Вот я уже вторую неделю руками стираю. Так а что же вы... Давайте я посмотрю, я еще 10 минут, как ваш муж. Показывайте. Пойдемте. Тут все в порядке. Просто тут надо этот фильтр заменить. Завтра все исправим. Ленька, пока. Я побежал. До завтра? Ну да. Ну все. Закрывайтесь. Молодой человек, здравствуйте. Как хорошо, что я вас встретила. А вы, случайно, не муж на час? Здравствуй, Лена. Помогите бедной девушке. У меня там стиралка течет. Я слышала, вы большой специалист в этих вопросах. Нет, эту стиралку уже не починить. Лучше новую купить. Костик, ты в городе? Все нормально? Какой ремонт? Ты что, квартиру расхерачил? Ладно, дело молодое, починишь. У меня к тебе есть дела. В пятницу к тебе приедет один человечек. Надо ему одну вещь передать. Это папка. Она лежит в комнате отдыха, в кресле. Так вот, эту папку ты должен будешь отдать. Справишься? Молодца! Давай, не грусти. Ну что, милашка, нам пиздец.
Почему нам? Куда едешь-то? В Москву. Ну, поехали. А можно я музыку свою поставлю? Конечно. Это настольная игра, монополия. Добро и насилие, они говнолия, они говнолия. Почаще спрашивай себя самого. Это настольная игра, монополия. Бросаем кубики, напрасные усилия. Мы выбираем цвет фигуры, не более того. Чаще спрашивай себя самого. Это настольная игра, монополия. Бросаем кубики, напрасные усилия. Мы выбираем цвет фигуры, не более того. Я погнал. Здрасте. Здрасте. А где Константин? Он. Вас ищет. А я-то здесь, понимаете ли. Кись. А. Давай. А чего же вы хотели-то? Вы сами же просили. 2 недели. У меня рабочие. 2 смены пахали. Понимаешь? Вот паркет и повело, понимаете ли. Да вы не переживайте. Мы все исправим по гарантии. Конкретно. Но только немножко придется доплатить. Но все сделаем как надо. Какая гарантия? Слышь, усатый. Где мебель? Какая мебель? Мебель из квартиры, где я спрашиваю? Так вы же сами просили выбросить. Да продал он ее стопудово. Мне срать на всю мебель. Мне важно кресло из комнаты отдыха. То, что стояло у стеллажа. Так где же я ее возьму-то? Где хочешь. Даю тебе 2 дня. Иначе я тебя размажу. Ты меня понял? Пошли, Милана. Thank you.
Но это мы еще посмотрим, кто кого размажет. Милашка, а ты красотка. Че, реально видела, что он мебель продал? Или так, решила на пон взять? Да по нему видно, что он лох. И работники у него такие же. Тогда на хате, помнишь, один приходил? Это 437-я квартира? Задрот задротом. Так, а я где был? А ты по телефону разговаривал. Я от Феликса за креслом. Он же еще сказал, что за креслом пришел. Стоп. Как выглядел? Не помню. Так, я все понял. Погнали. Я стараюсь никого не обижать и быть хорошим. Даже за глаза человека не оскорблю. Даже мнение чужое уважаю, предположим. Только я никого не люблю. А люди любят, они стоят с пакетами в метро, как будто ждали свидания целый год. Люди любят хрустали, столовое серебро, достают на юбилей, покупают коньяк и торт. Люди любят, хватают гантели, крутят педали по утрам, терпеливо выгуливают собак. Вы думали, люди не любят? Не угадали, люди любят, да еще как. Мне стало жутко, спасите Русь, повсюду бабочки и розовые пони. Жизнь это шутка, я смеюсь, хотя на самом деле юмора не понял. Все в мою сторону смотрят и молчат, я в карманы прячу мокрые ладони. Если вы позвоните меня, наверняка разоблачат. Да? Да, ну я рядом, да. Сейчас я прибегу. Я уже подхожу, да. Красав, что пришел, что в себе не замыкаешься. Ты голодный? По глазам вижу, что голодный. Давай, сейчас по пивку, а там уже поглядим, как полетим. Дэн, а не рановато ли для полета? Время 11 утра. Самое то, сам. А это что у тебя за редикюль такой? Полный евриков, небось, да? На вид это лям не меньше? Да нет, ты чего? Евро не актуально, там юани. А. Нашел, чтобы было чем за обед с тобой расплатиться. Ой-ой-ой, мне, конечно, приятна ваша забота, но сегодня платит папа, да. Кстати, переживаю за тебя. Мне Ленка звонила, говорила, что паузу взяли. Паузу какие-то. Спасибо. Мы еще не готовы. Позовем вас. Я это со своим повышением на работе. Я надеюсь, ты на меня не дуешься, нет? Если что, возвращайся обратно. Чего ты? Денчик, я после того случая в 9 классе на тебя вообще никогда не обижаюсь. Какой случай? Ой, нашел, что вспоминать. Хотя, конечно, времена были, да. У тебя-то как дела? Я это слышал, ты это к Погорелому театру переехал. В целом нормально.
Да. Работаю мужем на час. Живу с мужчиной. В общем, все, как я мечтал в 35 лет. Вы готовы сделать заказ? Девушка, а вас случайно не интересует муж на час? Да меня хоть на сколько-нибудь. Да не слушайте, ему самому муж нужен. Ой, ой, ой. Если не хотите супруга, давайте нам томленную гру... Я рекомендую рульку местную. Да, и еще у нас очень хорошие... Что? Голубцы ленивые. Да вы что? Ну, давайте. Голубцов нам. Ему и мне голубцов. Угу. А пить будем что? Я воздержусь. Вы зря. Боржоми есть? Я тебе точно говорю, если бы я нашел лям евро, я его точно закопал бы. Я, потому что в каком-то фильме видел. Если ты находишь бабки, их надо закапывать, а потом раскапывать. Нет, ну а как же сделать мир лучше? Хотя, наверное, ты прав. Нет. Ты прав. Давай, погнали. Давай. А можно нам рульку? Это, Голубцов, где она? Вот. Ленивых, да. Позовите ее сюда нам. Ой, Миша, здравствуйте. Здрасте. А мы вот со стиралкой. А вы пришли чинить? Ну, нет. Вот это. Интересно, ну заходите. Сейчас я занесу. Он же меня это практически высушил. Я ему и общие интересы предлагала. Тренинги, психологов. Я с ним даже падающую стрелу разбирала. А он, сволочь, все испортил. Еще как назло к Феликсу переехал. Вот так. И представляете, у них на каждого жителя района собраны данные. Ну, кто в чем там нуждается, кому стиралку. Кому диван, кому там обои где-то заменить. Ну вот. А мы сотрудничаем с благотворительными организациями. У них на складах все есть. Ну и, конечно, частные деньги. А организация ваша, наверное, называется «Щедрая душа». Нет. Снегири. Ну, мы же при муниципалитете. Ну, я так и поняла, да. Не спешите. Сейчас чай раскроется. А что мы, Юль, плохо жили? Да хорошо мы жили. Через две ступени могли бы стать идеальной парой. А я ему, Юль, всю чакру раскрыла нараспашку. А он в нее наплевал и ушел. А у нас полный совпад по натальной карте. И брак этот дуальный. Я, конечно, я выдохлась.
Я впервые сталкиваюсь с такой организацией. Ну, где как-то все так просто. Просто и по-человечески. Спасибо вам большое, Миша. Да не за что. Это моя работа. Ты представляешь, даже Гексли не помог. Ненавижу его. Видеть не могу. Вернется. На порог не пущу. Чудненько. Чудненько. Ничего, Леночка, сейчас мы вернем к Мишаню. Вернем, никакой нам гек мне не нужен. Меня Леня как-то спросил, мам, почему на улице так много мусора? А я, честно, я даже не знаю, что ему ответить. Вот кого винить за это? Я, конечно, детей, вы понимаете, учу, но что можно начинать с себя. Ну, как еще, да? Ну, о, ты представляешь, представляете? Ничего. Да. В общем, вчера вечером он подошел ко мне и говорит, мама, у меня есть секретик, хочешь, я тебе расскажу? Я говорю, какой? А он говорит, что вот когда он на улице видит, что кто-то мусор бросает, он его тихонечко называет жопой. Представляете? Все-таки как-то дети острее, что ли, чувствуют нашу жизнь. Ну, когда-нибудь мы до мусора доберемся. Извините. Да, Юля. А, здравствуй, Миша, дорогой. Здравствуй, мой хороший, да. Ну, что, завтра занят, завтра? Заскочи ко мне в контору, а? Да, могу. Да. Есть о чем поговорить, да. Хорошо. Вы, наверное, это, спешите. В общем, вам пора, да? Да. 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 В кармане твой, Мишаня, все. Слушай, ну сыр-бомба просто. Угу. Ну а что, так и начали. Где? А, сейчас, ага. Сейчас, оп. Лен, погадаешь на колюнчика? Ты лучший гипнотизер города. Мы сейчас за 2 минуты все размотаем. Были у тебя в садике комочки в манке или нет? Крысь, может, я сама вспомню? Да нет времени. Лучше вспоминай, куда полляма в Дубайске потратил. Вот! Пошли вон, лебеди! Я вам покажу комочки в каше! Ну, Тамара, мы взлетели. Так про этого-то что? Да про этого ничего. Да. Ну что? Нашел я ваше креслице. Понимаете ли? На это вам выйдет в копеечку. Все, понял. Еду. Ну, давай. Езжай. Это настольная игра, монополия. В ней чередуются добро и насилие. Они говнолия. Почаще спрашивай себя самого. Это настольная игра, монополия. Бросаем кубики, напрасные усилия. Мы выбираем цвет фигуры, не более того. We'll be right back.
брони насилие. Они говно ли я, они говно ли я. Почаще спрашивай себя самого. Это настольная игра, монополия. Бросаем кубики на напрасные усилия. Мы выбираем цвет фигуры и не более того. Как я вам это, Вадим Яковлевич, сделаю? Как? У меня полтора дворника на три двора. Юлия Анатольевна, вам как будто волшебница. Да я и так вам своей волшебной палочкой ремонт в десятом доме сделала. Что ж вы меня без ножа-то режете? Ну, не могу я, не могу. Ну, найду ресурсы, хорошо, найду. Обожди, Мишаня. Я тебя увольню. Это вам все станет копеечку. А что с мебелью делать будем? Да выкинуть все. Давайте я посмотрю, я еще 10 минут как ваш муж. Слышь, усатый, где мебель? Так где же я ее возьму? Где хочешь. Помогите бедной девушке. Здравствуй, Лена. Стиралка течет. Лучше новую купить. Ну что, нашел я ваше креслице? Все, понял. Еду. Ну, давай, давай, езжай. Дорогой Миш, ну как, рассказывай. Ну чего пришел, рассказывай, чайку. Ты же сама мне позвонила. Точно, 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 да, 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 да. Ну, рассказывай, как у вас с Ленкой? Да вижу, вижу, он за чах один совсем. А между нами, хоть не пьешь? Ты не бойся, я тут кое-какую работу проделала, только... Много ли нам бабам надо? Вот и цветочки, там шампусик, и взлетит ваша падающая стрела в космос. Понятно. Но... Слушай, Юля, а что у нас с ремонтом в подъезде? Так, с ремонтом. Ты из пятого. С пятого. В прошлом году вы стояли? Стояли? Я не знаю. Не сделали? Ну, в следующем, господи. Мишань. Не об этом думаешь. Ты думай, как капремонт в семье сделать. Чего? Детишек вам надо, детишек. Нас с Калюнчиком только тройня и спасла. Да. Слушай, Юль, может, мы сами? Конечно, сами. Мы с Николаем вам не будем помогать. Нет. Да нет. Ремонт, говорю, сами. Какой ремонт? Ну, не знаю. Подъезд у вас противный. Феликс этот душный. Ну, попробуй, попробуй. О, с Ленкой посоветуйся. Она же в колористике сильна. Вот, и стены там покрасьте как раз. Может, в голубой, может, в розовый эту колясочную внизу сделайте. Давай, давай. Да. Кстати, Юль, ты если Лену встретишь, передай, что я кредит за стиралку отдал. А. А, Дениска, Дениска, привет. Это Юлия Анатольевна. Гена, ты пойдешь работать или нет?
карты Иннокентьевой. На выписку? Всего доброго. Здрасте. Здрасте. Скажите, а где гармошка лежит? Под роялем. Молодой человек, нашли место шутки шутить? Так, я не шучу. Мне нужен гармошка Григорий Петрович. Ну так сразу бы так и сказали. Не больница, а мускружок какой-то. Четвертый этаж, 13-я палата. Хорошо, спасибо. А бахилы брать будете или свои есть? Будем. Наконец-то. Может, хотя бы ты нас рассудишь? Маришечка, глупышечка, предлагает мой почти холдинг назвать «Платиновая платва». Но я-то мыслю масштабнее. Ну, ты понимаешь, да? Бриллиантовый карп. Ну? Карп определенно масштабнее. Вот, слышала? Все, давай, плыви из-за прилавок, рыба моей мечты. Иди, иди. Молодец, молодец. Плыви, 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 плыви. Только не говори мне, что это и есть твой разговор, который никак нельзя по телефону. Обижаете, Михаил. Дело государственной важности. Не в службу, а в дружбу. Можешь мне помочь присобачить эту вывеску? Вот сюда. Ну, если я так могу быть полезен родине, да, то, конечно, спасибо, давай. Спасибо. Спасибо. Сюда, да? Ага. Ну, как-то так. Карабуля. Пора тебе в родную гавань возвращаться. В смысле? Я у родителей полгода назад был. К Ленке тебе пора возвращаться. Ты без нее сохнешь, чахнешь, пухнешь весь. Ну вот скажи, что ты без нее, а? Может, пониже, а? А так детишек заведете. Троих, кажется. Троих. Слушай, наверное, ты прав. Ты серьезно сейчас? Тебе Юля звонила? Да блин, капец, обложили. Она сказала, если я с тобой не поговорю, она мне голову оторвет. И я это, воду в магазине выключит. Да, Денчик, ты попал. Выручай, другане, ну выручай. Да, это, конечно, серьезная угроза. Дай шуруповерт. Да. Денис! Чего? Денис! Чего? Я... Ай! Там трубу прорвало и вода хлещет. Ну вот, Денчик, а ты за воду переживал. Ой! Так кричишь, я аж испугался. Да. Идут. Понял. Здрасте. Ну, вы и забрались, конечно. Ну, как тут ваше самочувствие? Мы вот вам витаминчиков принесли. Спасибо, ребятки. Вот видите, как в жизни-то бывает. Еще вчера скакал как козлик. А сегодня все. Отыграл свою гармошку. А просьбу я ваше выполнил. Вот видите, даже сюда притащил ваше кресло. Я ж понимаю, ребятки, дело-то серьезное, понимаю. Ну, это вам, на лекарство. Куда? Положи на тумбочку. Там все как договаривались? Конечно. Главное, чтобы у вас, у молодежи, проблем не было. Я ж все понимаю, ребят. Эй, куда ж ты идешь, котенок? Да нет, ничего, ребятки, да ничего, ничего. Вы идите, идите. Я сейчас медсестру вызову. Ага. Она все поправит. А вы идите. Да куда ж вы? Ну это, мы пошли тогда. Идите, пожалуйста. Идите поскорее, ребятки. Уходите уже.
Да, сейчас. Здрасте. До свидания. Мишенька, добрый вечер. Прекрасно выглядите, глазки веселые. Уходите. Только не говорите мне, что вы в этом хотите покорить девушку на первом свидании. Откуда вы? Что, плохо, да? Ну, я просто подумал, что как-то наряжаться это... В этом деле главная деталь. Пройдемте за мной. Сейчас мы вам подберем что-нибудь подходящее. Может, не надо? Надо, Миша, надо. Я стараюсь никого не обижать и быть хорошим. Даже за глаза человека не оскорблю. Даже мнение чужое уважаю, предположим. Только я никого не люблю. А люди любят, они стоят с букетами в метро, как будто ждали свидания целый год. Люди любят хрустали, столовое серебро, достают на юбилей, покупают коньяк и торт. Люди любят, хватают гантели, крутят педали по утрам, терпеливо выгуливают садов. Вали, люди любят, да еще как. Конечно, не Марлон Брандо. Но для вас это успех. В таком наряде только в губернатора выбираться. И вот еще. Последний штрих. К портрету. Я его с гастролей из Японии привез. И... Спасибо. Ну, Петрович, ты артист. Тебе бы не на стройке, а в Большом театре работать. Эти ушли? Ушли. Дверь закрой. Да закрыла. Давай, оживай. Держи, как договаривались. Значит так, Людмила, дальше работаем по плану. Эх, молодежь, рано вам еще на гармошке играть. Он сам на комхоз сыграет. Эх, Людмила, нам ли быть в печали? Ух, эти люди, ух, эти люди, ух, эти люди. Костик, привет. Хорошо, что позвонил. Я уже хотел тебя набирать. Да. Сегодня в 17:00 приедет к тебе человек. Я от Александра Аркадьевича.
передашь ему папочку. За папкой. Вот и славно. Ну что, милашка, спасли мы наши булки. Пора и затусить не по-детски. Да, стой, стой, стой. Стой. Маме позвони. Я с папой в этом парке в детстве гулять любила. Но у меня инженером был и тоже жилетки всегда носил. И вот обязательно на наши прогулки галстук надевал. Я, пожалуй, не буду. Так, для нарядности захватил. Еду. Мы выбираем цвет фигуры.